снова здравствуйте, дорогие друзья, любители компьютерных игр. Продолжаем проходить Far Cry 2. Сегодня мы пойдем по миссиям заказных убийств, которые нам предоставит пила. Слушай очень внимательно. Есть новая цель. Следует объекту, отмеченному на карте. Уничтожь цель. Оплата стандартные негроемые алмазы поступит на твой счет по выполнению задачи. Окей, давай посмотрим, где эта цель у нас. Ой, слушай, недалеко. Она, по-моему, движется. Ну, вроде да. Так, куда нам? И в эту сторону. Так, а если она движется, то ее можно где-нибудь перехватить по дороге. Здесь мы, видимо, не проедем. И, блин, не пройдем. Не хотел я ехать через этот блокпост. Может быть, удастся его как-то миновать. Хотя, по-моему, вряд ли. Жалко, что не насквозь, да? Вот идиот, а. Еще масса идиотов. А там что такое дымится? А, там мы были, да-да, вот там у нас был алмаз в чемоданчике. Пойдет. А патронов у вас тут нету где-нибудь? Заныкано. О, зато аптека есть. Аптека мне тоже, кстати, нужна. Скрючило пацана. Ну, сам виноват, чё. Там еще один блокпост по дороге. Ни хрена себе, это что-то было такое. Хрена вы дали, мудаки. Так, они едут на меня. Или не на меня? Не, не на меня. Ну и хорошо. Ох, хера себе. Где ты там, придурок? Миссия завершена? Серьезно?
каким раком? Походу его кто-то сбил, слушай. Черт, всего изрешетили. Похоже, нашу цель кто-то подорвал или сбил. Блядь, где ты? Как вы задолбали, а? Явно снайпер где-то работает, но я его не вижу. Блять, неудивительно, что я его не вижу. Потому что, сука, он в горе застрял. Да пошел ты нахер, козел. Он и здесь меня достает. Козлина, твоя морда, блядь. Надо валить от этого жесткого чувака, серьезно. Что-то реально какая-то жесть, слушай, началась. Надо дуть к этому, как его, к оружейнику. Но миссию мы выполнили, да? Круто, слушай. Оружейник как раз у нас здесь, прям по курсу. Наверное, вот эти вот ребята... Во, смотри, смотри, точно. Вот он. Тот, которого мы должны были убить. Что-то тут с ними случилось. Не поладили между собой. А нам только в плюс. Так, оружейник прямо по курсу, но здесь у нас, к сожалению, на этом клочке карты нету вышек, чтобы взять новое задание. Ты чё, блядь, бык? На кого быкуешь? Так, знаете, давайте возьмем все-таки пистолет с глушителем. Обновим винтовочку. Обновим арбалет. Арбалет, я сказал. Там у нас за окном работают газонокосильщики. Надеюсь, вам не слышно этого жужжания. Хотя, наверное, слышно. Так. На соседней клеточке у нас есть вышка. Туда и направимся сейчас.
Не, ну такие миссии я люблю, да. Если они самоубиваться будут, то вообще будет шикарно. Халява, так сказать. Так, давайте попробуем здесь проехать. А, хрен мы тут проедем, да? Что за домишки? Есть патроны. А это типа чья лодка? Типа ничейная? О, здесь где-то рядом есть алмаз. Это хорошо. Так, в какой стороне? Вот в той. Где-то вот на этом гребне. Мне так думается. Нет? Вот он. Рядом с какими-то костями. Но это не человек, да, такие здоровые. Так, 145. Отлично. Пройдем мимо этого аутпоста. Если у нас получится. Снайпер тут. Мы сейчас прекрасная цель для снайпера. Правда, он смотрит сейчас в другую сторону. Вот сейчас прям смотри. Какая идеальная цель. Цель. Просто целочка. Так, смотрит туда. Вроде бы прошли. Там еще какое-то поселение. Народу валом. Что это за поселение такое? А, это блокпост. Не хочу с ними тоже вступать в контакт. Нам нужна только вышка. Вот она здесь. Да, по-моему, мы на этой вышке бывали. Там, помните, вот дельтаплан стоит. И, собственно, очередное задание. Так, и цель наша на юге где-то. А, прям в центре города. Прикольно. Смотри, что я заметил вот там. Ящичек с алмазиком. Дельтаплан здесь не просто так.
Просто так сюда, видимо, не забраться, да? Почти идеально. 146-й. Этого мне не надо. Ну да, так-то сюда хрен заберешься. Так, а нам, значит, на юг. Здесь Сидико. Через Сидико мы, наверное, не пойдем. Пойдем как-нибудь обойдем. О, блядь! Уебался, блядь! Яйцами пёжнулся! Блин, как-то я не с той стороны начал обходить. Ну ладно. Но зато здесь много кустов. Как нам лучше пройти-то? Ой, здесь алмаз где-то есть. Где-то вот тут. О, сейчас как дадут нам по жопе, слушай. Вот в этой здании, скорее всего. Блин, там чувак. Никто же не слышал, правильно? Подожди, он, наверное, подо мной. А, вот оно где. Я не слишком тут нашумел. 147-й, круто. Теперь же как-то надо отсюда выбираться. Как раз в ту сторону, да? Хорошо, так спрятался, слушай. Прям уважаю. Ух, иди, твою мать, их там до хера просто. Что-то не так. Где? Здесь. Давай проверим. Уходим. Уходим стирать штаны. Ну, зато алмаз забрали, да? Блин, я назад куда-то уже вылез. Так, миссия, надеюсь, не скипнулась. Но вроде миссия по убийству, по наемному убийству не скипается, да? И я хотел бы надеяться.
Да, ну нормально. Так, хотя бы так. Подожди, что? Алмаз? Показалось. Не, был бы там, допустим, на пути один или двое, я бы их убрал из пистолета. Но там как минимум трое было. И еще один, помните, зашел за дом. Он мог бы выйти, прям в их направлении шел. Так, а там что такое? Ага. Моя хижина там. Такая местность красивая. Туда положили бы алмаз, вот было бы круто. Так, здесь у нас будет сейчас медицинский блокпост. Он мне, в принципе, не нужен, но мне нужна тачка. Ой, смотри, тоже какая местность красивая. И дерево там такое прям. Что-то ничего нету, тишина. Так, это он? Ну да, это он. Мне повыше бы залезть куда-нибудь. Походу игра мне не разрешит. Или разрешит? Ну, давай, игра, разрешай мне. Да, ты сюда не залезешь. Кто-то еще шмаляет. Косой снайпер. Я уж было грешным делом подумал, что опять какая-нибудь тварь застряла в этом камне. А, да, медицина мне, кстати, нужна. Почему я не пополнил медпакет у оружейника? Ответ очевиден. Я идиот. Так, ну в центре города у нас есть опыт по убийствам, да? Ныкаемся в какую-нибудь нору. Вытаскиваем снайперскую винтовку. И оттуда щелкаем мужика. Так, нам как раз сюда и надо. Тут на машине разъезжает. Вроде никого больше не видно. Идиот.
Ловите. Смотри, этот живой остался. Вот муди. Кушай давай. Кушай. Да, нелегкое это дело быть наемным убийцей, я вам скажу. Такое себе. Но платят здорово. Кому-то там от меня что-то надо было. Да пошли бы они нахер. Некогда мне. Работа вот ждет, видишь. Так, этот блокпост мы, наверное, проскочим, потому что там впереди у нас же будет уже город. Даже если они погонятся за нами, то в город, по-моему, они не будут. Ох, нихера, это было больно. В город они заезжать не будут. Суки. Так, а жертва наша где-то на одной из центральных улиц, все же, да? Точнее сказать, на этой. Что это? Здесь действует перемирие. Я в курсе, да. Вот он ходит. И его надо откуда-то пристрелить. Ну вот на эту улицу он заходит. В принципе, где-то вот там надо засесть. Ручки завязывает, сука. Да, видимость не к черту, конечно. Оттуда откуда-нибудь. Так, транспорт на изготовку. Сохраняшечка. Вот он же он, ну. Отлично. Сделано вроде чисто. Какой злой мудак попался. Чуть не захерачили, сука.
Вот бывает, когда серия, когда все идет прям как по маслу, а бывает прям какая-то жопа. Это одна из них. Так, есть еще задание на этих, как на вышках. Поэтому я не примену. Ну хватит там накручивать уже, а? Погнали давай. Так, гнать нам надо в западную часть. Опять поломали. Так, секундочку. Отвлекли, пардон, МВА. Так, что мы там делали-то, господи? А, пробирались, да? Пробирались. Давай-ка отсюда проедем, если проедем. Деревьев понасажали. Сволочь, а? Специально, чтобы я не проехал. Так, этот просто так не объехать. Я чую прям. Прям носом чую. Повыше бы залезть. Да некуда. О, уже начинаешь шмалять. Они чисто наугад, да, шмаляют, смотри. Так, давайте, зайчики, бегайте, чтобы я вас видел. Блять, откуда сзади? Чего, блять? Да реально сзади, смотри. Ой, как не вовремя это все. Это снайпер. Вау! Так, ой, бля, я же здесь. Так, отсюда, да, мы шли? Какой-то жесткий, смотри, блокпост. И откуда вылезла вот эта вторая машина? Хрен поймешь. Вот, по-моему, отсюда можно забраться на верхотуру. И перещелкать их. Да так, чтобы они до меня не добрались. Эй! Бля, не пускает туда игра, прикинь. Теперь уже сюда не пускает. Во, смотри, не пускает на эту гору. Уже кто-то там по мне шмаляет. А, вот откуда. Что это такое вообще? Dental Clinic. Так это ты, сукин кот. Косой ублюдок, мать твою. А ну иди сюда.
Я просто хотел пройти мимо. Завалили опять. Так, ну и нахер, через эту херню я не поеду. Давай какой-нибудь маршрут полегче придумаем. Блин, а он как бы единственный, да? Через Dental Clinic, что ли? Или в окружную? Давай, поехали на прорыв. Там, правда, хрен объедешь, но мы вот сейчас справа возьмем. Вот так вот. Тарарах! Погнали, 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 не обращаем ни на кого внимания. Кроме вот этих мудаков. Ах, поломали всю машину. Как я этого пулеметчика снял просто профессионально. Профессионально. Что за звук? Так, здесь срезаем. Не, реально жесть какая-то началась на этой части карты. Казалось бы. Ranger Station, да? Никого там на вышке нету? Вроде никого. Давай мимо Ranger Station проедем. Она у нас слева, да? А, это тот самый блокпост. Я понял. Блин, трава мешает, здесь камень мешает. Хорошему обзору. Там, надеюсь, двоих похоронил. Так, патроны я бы пополнил. Они у вас прямо здесь. Хорошо. Ну, в общем-то, вышка прямо где-то здесь. Вот она, добраться до нее, по-моему, можно слева. Нет, значит справа. Ну логично же, ну. Нет. Значит, хрен его знает. Не, реально, как добраться-то? Значит, справа. Пардон. А, ну вот же. Так, что там у нас?
слушай очень внимательно. Есть новая цель. Следует объекту, отмеченному на карте. Уничтожь цель. Оплата стандартная, негроядные алмазы поступит на твой счет по выполнению задачи. Так, и очередная наша цель на севере. Достаточно далеко. Но придется ехать на машине, потому что на автобусе. Да, автобус тоже. Далековато пилить. На машинке быстрее. Так, а это нам опять же в эту сторону. Какой-то козел машину тут оставил. А, ну это же я оставил. Ну ладно. Че сразу, козел? Подожди, а можно миновать вот эти все блокпосты, если мы поедем по бездорожью. Просто, скажем, вот здесь. Выйдем таким вот образом. Может, кстати, и алмаз где-нибудь здесь найдем. Обычно ребята из Ubisoft прячут где-то здесь алмазы. Жалко только, что эта тачка не развивает такой скорости, как, допустим, багги или Wrangler. О, смотри, пацаны ходят. Смотри, хрен в него попадешь. В мясо вообще. Да не, хотел не вылезти, хотел просто пересесть за руль. Да что это вы тут делали? А что вы делаете в моем холодильнике? А я не понял. Вы хотите кушать? Подожди, я не намеревался ехать по дороге. А, тут дорога прям. Ой, смотри, кто едет. Ну, кто же это такой? Сюда подошел, бля. Вот так вот. С этого крупнокалиберного вообще можно тачку подорвать, я так думаю. Воу, у меня чуть пулемет сейчас не подорвался. Ладно, хер бы с ней. Кто там? Кто там, а? Ты чё, блядь, ждал, пока я поеду, что ли? Тачка эпично так бахнула. Эй, что это там мне весь обзор закрывает эта херовина? Это мой капот, на секундочку. Так, а то место, куда мы едем, это СФП. О, кто-то за нами уже увязался. Ну-ка, посмотрю, можно убрать эту херню, потому что ничего не видно. Нет, намертво засела, падла. Как вы задолбали? Это что такое было? Ой, блядь, это дерево. Так, с FAPN, значит, мы едем.
Наверное, где-нибудь здесь остановимся и пойдем пешком. Пипец, рельсы заломали. Так, нам нужен всего лишь один человек. Он находится у нас... Блин, ну так сразу не поймешь, где он находится. Мне бы залезть на гору. Вроде там какой-то намек на то, что можно это сделать, есть. Но он такой, да, намек. Просто намек. Ой, смотри, там церковь прям. Так, подожди, это может быть как бы дружественный этот поселение. Потому что здесь написано, что прекращение огня действует. Я не могу пролезть. У меня слишком толстая жопа. А ну-ка вот так смогу. И так не могу. Сломай нахер тогда. Так, и что же мы имеем? Еще одно мирное поселение. Ну, я как бы не особо уверен, поэтому сохранюсь. И наш парень где-то он там. Где-то вот здесь. А это не запретная ли зона? Нет, ой, здесь даже где-то есть алмаз. В часовне, что ли? Почти. Ну, непонятно, то ли в часовне, то ли вот в этой маленькой кибитке. Наверное, все-таки в часовне. А, типа, в нее как попасть? А, типа, вот так. Прелестно, это да, как бы просто прелестно. 148. Так, а где наш парень? Вот он, смотри. Ну что, работаем? В принципе, у нас выбора нету. Так, хрен его... Ох, и впаться в телевизор, как говорится. Так хрен его достанешь, там народу дофига. Так, куда будем драпать? А, видимо, туда, к реке. Ну, к озеру или что это такое? Вроде не припалили, откуда это был выстрел. Поэтому кипишу нету. Туда, да? Все. И концы в воду. И конец в воду, как говорится. Все, выбрались. Вообще обожаю. Обожественная винтовочка у меня. Я ее просто обожаю. Только вот бы мне на берег выплыть. О. Берег, бережочек.
Ну, прикольно. Я даже не ожидал, что здесь бывают такие мирные поселения, кроме центрального города. Но это вносит какую-то новизну. Ну что ж, давайте на этом очередную серию закончим. Продолжим следующий, чтобы ее не пропустить. Обязательно подпишитесь на канал, если не подписаны. Комментируйте, пишите, что обо всем об этом думаете. Бейте в колокол, конечно же. Всем счастливо, всем пока.